Вов, завтра команде предстоит игра с «Молодой гвардией». Твои ожидания от этой встречи? Ну, игра не будет простой. Тем более состав у нас немного будет исковеркан. Ребята уезжают на свои игры. Ну, все будут настроены только на победу. Последний матч тура. Всем охота будет выиграть. В последних трех матчах как раз вы не побеждали. Это подливает масло в огонь. Хочется все-таки на мажорной ноте сезон закончить. Ну, да, охота. Было бы лучше, если бы выиграли эту игру. И на кубок уже как бы выходили с старой победой. Но все-таки где сейчас в большей степени ваши мысли? В матче последнего тура чемпионата или уже в Кубке России? Ну, уже как бы ближе к Кубку, наверное, я думаю. Спасибо, Володь. Желаем удачи в завтрашнем матче.